Друзья, всем привет! И мы продолжаем приключения нашего любимого котика Тома. Итак, мы готовимся к зиме, и наш Том тоже. Итак, Том, вставай. Ой-ой-ой, друзья, по-моему, он хочет очень в туалет. Он уже подготовился к Новому году. А вы подготовились? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Итак, Том, делай свои дела. Отлично. Вот так, здорово. А теперь, друзья, давайте-ка его хорошенько попоем. А то что-то он очень уж запачкался. Вот так, вот так. Очень хорошо наш Том подготовился к Новому году. Вот, украсил свою ванную комнату, спальню, кухню и гостиную. Вот так. Итак, смываем, смываем, смываем. Ой-ой-ой, смотрите, здорово, ребята, какой он чистенький у нас стал. Замечательно. Отлично. А теперь, друзья, давайте-ка мы его покормим. Что будем кушать, Том? Ну, давай начнем с более существенного. Итак, давай-ка я тебе дам что-то вкусненькое. Что-то ничего такого. Нет, давайте-ка мы пойдем на кухню и купим ему более существенную пищу. Вот, какой-то лаваш, бутерброди, гамбургер, еще пиццы. Вот, какая-то макароны с мясом. Так, ну еще кусочек тортика. Так, вот всякие деликатесы. Вот, и еще пельмешек обязательно. Замечательно. Отлично. Вот, вот теперь можно нашего Тома и хорошенько покормить. И первое, и второе, и третье будет. Так, вот тебе на первое. Вот тебе на первое вот пельмешек скушай. Отлично. Так, теперь еще вот такой вот, держи бутербродик, вот, замечательно. И на десерт еще дадим тебе кусочек тортика, вот. Ну как, Том, вкусно? Ой, ему понравилось. Ну еще запить вот соком запей, чтобы уже 100% был накормлен. Здорово, ребята. Хорошо. А теперь пошли-ка, Том, мы с тобой пойдем в гостиную. И поднимем тебе настроение. Хороший там, хороший, хороший котик. Хорошенький ты наш. Ой, здорово, ребята. Слушайте, как он мурчит, как ему нравится. Отлично. Вот. Очень хорошо наш Том подготовился к зиме. Елочку поставил, украсил. И подарок ждет под елочкой. Замечательно. А сейчас мы отправимся с нашим Томом в путешествие. Посмотрим, что же там делается у других Томов в мире. Итак, друзья, полетели вперед. Итак, куда же мы сегодня попадем? А мы попали в Оман. Здорово, ребята, посмотрим. Вот такой вот обычный Том, серенький. Ну ничего, друзья. Хорошо. Итак, что у нас уже есть? У нас есть альбом «Откроем». И уже Африка 4 посещения, Азия 12, Европа 9, Северная Америка 5, Океания еще нету, и Южная Америка 4 посещения. Следующая награда через 26 посещений, это будет вот такой вот шлем исследователя. Здорово, ребята. А сейчас мы возвращаемся к нашему Тому. И давайте-ка, ребята, пойдем с ним в гардероб и что-то ему поменяем. Так, давайте-ка мы снимем вот эту его племенную шерстку. Вот так. Снимем. Шапочку Санта-Клауса мы оставим. Вот. А ослепительный наряд тоже снимем. Итак, мы все же готовимся к Новому году, поэтому шапочку будем оставлять. А остальное будем менять. И поэтому шубку мы ему сделаем какую-то оригинальненькую. Вот. Он будет у нас беленьким котиком, вот таким вот замечательным. И глазки сейчас ему очень красивенькие подберем. Так, какие же тебе подобрать глазки, сейчас посмотрим. Желтые, возможно, серебряные неплохо, золотые отлично. Да-да, друзья, думаю, то ли золотые, то ли серебряные. Уж очень они на белом фоне красиво смотрятся. Вот, да, пусть будет серебряный. И еще какие-то очки наденем. Или маску. Сейчас посмотрим, подберем.
Вот так, возможно, королевский монокль очень прикольно. Вот, тоже здорово. Неплохо. Вот, друзья, будет вот такой у нас очки для вечеринок, вот такой у нас крутой том в новогоднем стиле, готовый идти на праздник. Да, замечательно, друзья. Хотя давайте-ка посмотрим, возможно, ему все же какую-то одежду приоденем. Ну, ему, конечно, и без одежды очень здорово, но, возможно, что-то подберем сейчас. Так, давайте-ка, друзья, посмотрим, чтобы такого интересного одеть на нашего Тома. Так, ой, смотрите, здорово, как белые вот это кимоно неплохо подходит к шапочке. Да и костюм плохого парня очень здорово. А смотрите, друзья, здорово, какие там татуировки у него на плечах. Очень прикольно, очень здорово, симпатично. Так, ну вот такой вот беленький костюм. И скафандр довольно-таки неплохо к шапочке подходит. Да и смотрите, друзья, наряд летчика тоже довольно-таки здорово. Но, друзья, все же остаемся в костюме плохого парня. Где-то он случайно отключил. Давайте-ка в другую сторону, это будет быстрее. Вот. Вот. Да. А ну-ка посмотрим. Да, друзья, здорово. Да, друзья, очень здорово даже получилось. Я только вот думаю, давайте мы немножко изменим сзади обои, чтобы более как бы симпатичнее было. Так, елочку мы оставим, а вот обои изменим. А то какие-то они серые, невзрачные, а мы какие-то яркие поставим, чтобы красиво было. Итак, какие-нибудь красивые обои. Вот, здорово, солнышком. Да, замечательно. И вот этот веночек, возможно, на что-то более симпатичное поменяем. А ну-ка, что он бы нам такого симпатичненького? Вот, возможно, вот эту кошечку, вот такую вот симпатичненькую. Или вот Анжелочка, например. А ну-ка, неплохо, друзья, по-моему. И посмотрим сейчас, нельзя ли кресло какое-нибудь оригинальное здесь сделать. Елочку мы оставим. А вместо кресла, возможно, давайте то ли милую Софу, то ли вот такой вот трон. Вот, оставить. Ну, в принципе, или пусть будет вот такой новогодний. Хорошо. И вот этот новогодний пол мы поменяем на вот такой вот желтенький, чтобы более приятненько было. А ну-ка. Ну как тебе там нравится? По-моему, неплохо, друзья. А вы в комментариях, пожалуйста, пишите, понравилось или не понравилось. А тут на кухне мы тоже давайте внесем изменения. Окошечко оставим, а обои мне тоже вот эти что-то сероватые. Давайте более яркие какие-то сделаем, поставим. Вот, например, вот эти королевские. По-моему, неплохо. По-моему, даже очень здорово. Вот так, замечательно, очень симпатично. И вот здесь, кстати, мы тоже. Что-то вот эта плитка мне в ванной комнате не очень. Хотя там и олени изображены, но какие-то она сероватые. А мы поставим что-то яркое, красивое. Так, посмотрим, чтобы подобрать такое яркое, красивое, замечательное. Вот довольно-таки неплохая вот эта розовенькая. Но это слишком жуткая. Или голубоватый. Нет, пусть остается. Или вот это в цветочек. Вот такая неплохая. Довольно-таки. Ну, пусть остается пока розовая. А здесь мы давайте обои поменяем. Тоже на какие-то яркие. Солнечные, наверное. Это будет лучший вариант. Вот такие вот солнечные. А плитку мы тоже какую-то, возможно, желтенькую подберем. Возможно, вот такую вот. Неплохая довольно-таки. Оранжевая домашняя. Ну, лучше. Или вот такая. Нет, пусть будет домашняя оранжевая. Вот.
Смотрите, как неплохо, друзья, получилось. По-моему, даже очень здорово. Так, и вот еще мы пойдем в спальню. И здесь тоже внесем изменения. Вот так. Обои поменяем, друзья. И так поменяем обои. Вот здесь. На какие-нибудь светленькие, симпатичные. Вот так, друзья. Где же? Солнечные обои. А вот, друзья, замечательно. И еще. Давайте, да, пусть вот так остается. Довольно-таки замечательно получилось. Возможно, еще вот эту книжную полочку мы на носок новогодний изменим. Где-то он у нас спрятался. Вот так, здорово. Отлично, очень хорошо, ребята. Замечательно получилось. И давайте-ка мы с нашим Томом пойдем в гостиную и посмотрим, какое же у нас сегодня задание. А у нас сегодняшнее задание — достичь 5 уровня в игре «Желейка». Хорошо, друзья. 5 уровень — это несложно. Итак, Том, давай-ка сыграем «Желейку». Вот «Желейка». Задача очень простая, чтобы хорошие желейки уничтожили плохих желеек. Вот так. Замечательно. И еще вот так. Очень хорошо. И вот такая вот комбинация. Отлично. И еще вот так. Замечательно. А теперь что нужно сделать? А давайте-ка мы попробуем вот такую вот комбинацию. Очень хорошо. И еще, что нам нужно сделать? Давайте попробуем, да, вот такую вот комбинацию. Вот. Очень хорошо. А еще вот так. Да, замечательно. И еще вот так. Здорово. Хорошо. Вот. Отлично. Второй раунд. И пробуем вот такую вот комбинации. И еще вот так. Замечательно. Хорошо. И следующая комбинация у нас будет. Ага, вот. Замечательно. Смотрите, друзья, какая вот интересная. Нет. А если вот так вот? Вот. Интересная комбинация получилась. И еще вот так. Отлично. Здорово, хорошая комбинация. И вот так, очень хорошо. Отлично. Так, что же здесь нам придумать? Неплохая комбинация. Ну, давайте, что ли, вот так попробуем. Неплохо. И еще, что бы нам придумать? Ну, пока давайте-ка зеленую уберем вот так. Хорошо. Ну вот, и сейчас красная комбинация вот так. Отлично. И еще вот так. Здорово. Хорошо. И следующая комбинация у нас будет вот такая. Да, здорово. Итак, третий уровень. И здесь мы можем попробовать вот такую вот комбинацию. Отлично. И еще вот так. Очень хорошо. Здорово. И теперь вот такая вот комбинация. Отлично. И еще, что мы можем придумать. Вот так. Вот, замечательно. И теперь еще вот такая вот комбинация. Очень здорово. И еще вот так. Отлично. Итак, четвертый раунд. И у нас вот такая вот комбинация. Очень хорошо. И еще... Ой, что это было? Нет, не выходи. И еще вот так. Замечательно. Хорошо. И еще вот такая вот комбинация. Здорово. Что еще мы можем придумать? Вот. Замечательно. И еще. Ага, вот. Вот такая вот интересная комбинация. Отлично. Хорошо, и еще вот так. Да, отлично. Следующая комбинация будет вот такая.
Хорошо, и еще вот так. Да, отлично, друзья. Хорошо, и следующая комбинация. Вот, замечательно. И вот так. Да, получилось. И здорово, друзья. Итак, наше же задание выполнено. Хорошо, и мы выходим из игры. Да, отлично, очень хороший результат. А теперь давайте-ка мы справимся с нашим Томом и кошечкой Анжелой и попробуем сегодня побить рекорд в игре в дорогу. Так, собираем звездочки и монеты и стараемся побить рекорд. Отлично. Едем вперед, собираем звездочки и монетки. Отлично. Еще вот так. Очень хорошо. Да-да-да, здорово. Отлично. Еще монетка, звездочка. Итак, друзья, вперед. Въехали в туннель. Собираем монетки. Отлично. И еще вот так. Очень хорошо. Да, замечательно, друзья. Отлично. И еще вот так. Очень хорошо. Уклоняемся аккуратненько. Здорово, друзья. Отлично. И еще вот так. Хорошо. Отлично. Да-да-да. Замечательно. Вот. Очень хорошо. Очень здорово все получается. Вот так, друзья. Отлично. Очень хорошо идем. Неплохой результат. Очень постараемся сегодня побить рекорд. Вот так, друзья. Отлично. Итак, второй туннель. Хорошо, очень осторожными будем, чтобы не попасть в аварию. Вот так, да, замечательно. Еще вот так, отлично. Аккуратненько едем. Хорошо, еще вот так. Да-да-да, отлично. Вот, взяли замедление, отлично. Так, ой-ой-ой, множество бревен. Очень аккуратненько надо ехать. Вот так, да-да-да, и еще вот так, ой-ой-ой-ой, ничего себе, сколько бочек, сколько препятствий, ничего, стараемся, друзья, еще вот так, отлично, все хорошо получилось у нас, и мы продолжаем игру, вот так, и еще вот так, отлично, ой-ой-ой-ой, ничего себе, ого-го, сколько ящиков, сколько бочек, сколько препятствий, друзья. Ой, и к сожалению, мы не справились с управлением. И у нас счет 281. К сожалению, рекорд не побит, но очень хороший результат. Итак, друзья, наш котик уже немножко устал. Пишите пожелания. Наш котик очень любит передавать всем привет. Пишите свои фамилии, и наш Том очень с удовольствием передаст всем привет. А мы будем, друзья, прощаться. Итак, всем пока-пока. Поздравляем с наступающим Новым годом. Всем пока, друзья. Спокойной ночи, Том.